Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 14 на странице 12 учебника по русскому языку для 4 класса автора Климановой. Прочитайте советы, какими из них вы воспользуетесь в общении со своими друзьями и близкими. Будьте для всех солнышками. Это значит, будьте приветливыми и доброжелательными. Живите в мире между собой. Побеждай зло добром. Делай добро и никого не бойся. О добром деле говори смело. Люби ближнего твоего, как самого себя. Покоряй сердца любовью, а не страхом. Не напои, не накорми, а ласковым словом найди. Не ножа бойся, языка. Подумай, обдумай, да молви. Будьте долготерпеливы ко всем. Я думаю, всеми этими советами можно воспользоваться в общении со своими друзьями и близкими. Определите тип каждого предложения по цели высказывания. Почему здесь использованы предложения данного типа? Все эти предложения, все эти советы, в них использованы побудительные по цели высказывания. Предложения, чтобы убедить, подвигнуть, призвать людей поступать именно так. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.